Всем большой привет! Сегодняшнее видео будет посвящено целиком и полностью релаксации, расслаблению, некой медитации. Поэтому, если у вас есть наушники, то обязательно их надевайте. Это видео вдохновлено, как ни странно и неожиданно, погодой за окном. У нас идет дождик, как вы уже заметили. И на мне сегодня такое вот уютное пальто моего любимого цвета. Кстати, это самый настоящий handmade, который связала моя сестра. Она вообще просто мастер на все вязальные руки. И сегодня у меня такое настроение, что я хочу с вами поделиться чем-то приятным, чем-то вдохновляющим, чем-то очень творческим, какими-то цитатами, высказываниями, отрывками из романов, из различных стихотворений, из чего только можно, что меня вдохновляет, что придает мне сил. Друзья, у меня здесь летает муха. Она, как всегда, только я сажусь снимать, она прилетает. Поэтому, если вы услышите или увидите это существо, то не пугайтесь. Ну что ж, друзья, у меня здесь стоит ноутбук. Я непосредственно здесь сохранила себе все мои любимые высказывания. Я их буду зачитывать. Я не буду делить эти высказывания на какие-то категории, вроде успех, любовь, творчество, писательство. Я все это так вот в одну кучку. Но надеюсь, что вам будет приятно провести со мной время. Поэтому берите чашку чая, усаживайтесь поудобнее и вперед. Скажи своему сердцу: я сам себе повелитель. Не существует плохой команды. Есть плохой командир. Это известная цитата из фильма «Солдат Джейн», один из моих самых-самых любимых фильмов. И в свое время эта цитата мне очень помогла в моей работе, как ни странно, потому что я была очень застенчивый, стеснительный и всячески боялась проявлять какие-то свои лидерские качества, которые у меня, оказывается, были. Изменения — это всегда страшно, но никто не изменит за вас вашу жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать выбор, но, несмотря на страх, движетесь вперед. Это и есть главный критерий успеха. Это, кстати, был Пауло Коэльо, один из моих любимых писателей. Тот, кто отдает себя литературе, как отдают себя религии, твердо решив посвятить ей все свое время, всю энергию, все силы. Только тот способен стать настоящим писателем и создать произведение, которое его прославит. Здесь даже без комментариев, это действительно так. Чтобы чего-то достигнуть в любой области, на мой взгляд, нужно отдавать себя этому полностью и целиком, не размениваясь на что-то отвлекающее. Искусство рождается только от горя и никогда от радости. А для меня это суровая правда жизни, и как бы я не хотела с ней поспорить, но, увы, это так. Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует. Жизнь начинается там, где кончается зона комфорта. Это высказывание я очень стараюсь привнести в свою жизнь. В данный момент как-то стараюсь работать над выходом из своей зоны комфорта, хотя как-то коряво и криво у меня это получается. Оправданиями живут жертвы, а потом от них и умирают. В целом, те, кто хорошо умеет оправдываться, больше всех ничего и не умеет. Быть самим собой в мире, который постоянно пытается сделать из тебя что-то другое, это величайшее достижение. Я считаю, что оставаться самим собой стоит в любой ситуации. И вы знаете, это как дети, которые такие, какие они есть. Они не притворяются, не стесняются. Они выказывают все эмоции, которые испытывают в настоящий момент. И я раньше часто любила говорить, что на самом деле я не взрослая. Я только притворяюсь взрослой, потому что в нашем мире так принято, так прилично. Но иногда хочется действительно включить какого-то ребенка и просто стать самим собой. Без притворств, без каких-то противоречий, предубеждений. Просто самим собой. Грусть для меня — это нечто особенное. Моя ежедневная медитация — единственное искусство, каким я владею. Это во многом связано, конечно же, с творчеством, потому что невозможно в хорошем настроении создать что-то стоящее. Это, конечно же, не касается, наверное, видеоблогинга, потому что я стараюсь никогда не садиться снимать в плохом настроении. Но то, что грусть для меня действительно какой-то источник идей, наверное, да. Когда-нибудь ты поймешь, что внешний блеск — ничто по сравнению с внутренней красотой.
потому что все, что снаружи, это до первого дождя, а то, что внутри, горит всегда. Я часто люблю подписывать под многими своими видео, во многих своих постах, в каких-то пожеланиях, даже своим родственникам. Я часто подписываю открытки. Я пишу, чтобы ваше внутреннее пламя, ваш внутренний огонь горел постоянно, горел вечно. Мне кажется, что это очень важно. Если внутри у вас страх, жизнь будет пугать вас. Если внутри агрессия, жизнь будет нападать на вас. Если внутри у вас желание бороться, то вы получите соперников. Если внутри у вас чувство вины, жизнь найдет способ вас наказать. Если внутри у вас обида, жизнь будет давать поводы обижаться еще больше. И все это с одной единственной целью – показать вам то, чем вы являетесь, показать вам то, что вы действительно носите в своей душе. Вы знаете, это своего рода то, что у вас внутри, то и снаружи. Внутреннее всегда формирует внешнее. Оставьте в своей жизни только то, что сможет вас наполнять и вдохновлять энергией со всем остальным. Прощайтесь без сомнения. Нас окружают ангелы и чудовища. При помощи нашего искусства мы способны вызвать их, может быть, из бездны, а может быть, из самых потаенных уголков души, которые есть у каждого человека, к которым он обращается, только в сновидениях или в творчестве. Но эти существа, несомненно, существуют. Да здравствует раздвоение личности, кратчайший путь к душевному равновесию и успешному писательству. Не подпитывай энергией свои проблемы. Чем меньше ты о них говоришь, тем быстрее они исчезнут. Ну, как всегда, сила слова и сила мысли действительно работает. Если мы постоянно мусолим свои проблемы, то они никуда не исчезнут, и решение придет очень-очень нескоро. Мое основное требование любви – я принимаю другого таким, какой он есть. И любовь никогда не пытается поменять любимого человека согласно своим каким-то идеям и требованиям. Ты не пытаешься подрезать человеку крылья или подогнать его под свой размер, то, что происходит повсюду в этом мире. Лучше искренне любить себя, чем всех людей неискренне. Откажитесь от необходимости всем и себе что-то доказывать и примите ее за аксиому. Выбрав борьбу за собственную важность, вы потратите на это всю свою жизнь. Отказавшись от этой борьбы, вы обретете значимость. Творчество рождается в тот момент, когда вы перестаете оглядываться на толпу критиков и почитателей, стоящих у вас за спиной. Друзья, это были 20 цитат, которые мне наиболее близки в настоящий момент. Если немножко так, знаете, проследить какую-то концепцию всего этого, то это будет своего рода гимн провозглашения свободы во всем. Как в любви, так в творчестве, какой-то реализации, так и в принятии самого себя. Я действительно хочу оставаться собой всегда, в любой ситуации, искренне, без прикрас, вот такое, какая я есть, со всеми моими какими-то недостатками, достоинствами, проблемами и победами. Чего, собственно, друзья, желаю вам. Надеюсь, это видео вас как-то вдохновило, расслабило. И хочу попросить вас в ответ написать мне в комментариях одну-две цитаты или высказывания, которые вам наиболее близки в настоящий момент. Давайте будем поддерживать и вдохновлять друг друга. Надеюсь, что вам было интересно. Оставляйте свои запросы на следующее видео. Я обязательно все учту. И увидимся уже очень скоро. Пока-пока!